У ефірі програма «Навін регіону» у студії Аліни Мільшенко. Вітаю вас сьогодні у випуску. Будівництво поліклініки, ремонт Могильовського родильного дому і Бобруйської дитячої больниці. В області рихтує пропанови до нової інвестпрограми. Амаль 3,5 тисячі рослин з усього світу. Ботанічному саду Білоруської державної сільгазакадемії сповнилося 170 год. Яким став Дніпр і якою була площа слави? Могилюшина совєтської епохи у фотоздимках Миколая Желудовича. П'ятірка медицинських об'єктів в області першочергово може трапити у республіканську і обласну інвестпрограму наступного года. Зараз в управлінні охови здоров'я облвиконкома складають спіс тих медустанов, яким потребується модернізація і реконструкція. Зрозуміло, що пропанов шмат, але керівництво намагається визначити пріоритетне. Бюджетні гроші потрібні для городського родильного дому. Планують завершити реконструкцію блока Б і рухатися далі по об'єкті. Необхідно закупити сучасне обсталювання у родильні зали. Так само планують капітально адремонтувати фасад діагностичного центру і замінити ліфти. Поспробують вирішити наболіле питання для жихару нових мікрорайонів. Це будівництво поліклініки у мікрорайоні Казіміровка. Нагадаємо, проєктно-кошторисна документація уже є, чекають фінансування на будівництво. Поліклініка і для дорослих, і для дітей буде обслуговувати 30-35 тисяч насельництва і розлічена на 420 наведванняў за зміну. У облвыканкамі жадають уключити у інвестпрограму і модернізацію Бабруйської дитячої больниці. Яна 63-го года побудови і потребує більш сучасних падыходаў. Так само у п'ятерку об'єктаў інвестпрограмы може увайсці ремонт одного з корпусов обласної больниці – будинка, де знаходиться отделення гематології, кардіології і сосудистої хірургії. Самый низкий показчик не только у Беларуси, а навод у Европе. На Могилевшине дитяча смяротность снизилась до 1,3 промилле. Не опошнюю роль отыграла и концентрация всех дитячих медицинских служб под одним дахом. Заводом хирургичного корпуса на базе областной дитячей больницы разместили отделение офтальмологии, урологии и ортопедии. Трохтисячного новонародженого зарегистрировали у Могилевском ЗАГСе у гэтым годе. Коли казать про статистику, то покуль народжальность отстает от летошней. За 2016 год у Могилеве было зарегистровано 5000 новонародженных. Четвертый год у областным центре народжается прикладно на 200 хлопчиков больше, чем дзяўчынок. У Могилеве у гэтым годе народились покуль одни тройняты и больше за 40 двойнятов. По-ранейшему у лидерах такие имены дзяўчынок, как Софья, Мария, Дарья и Алиса. А хлопчиков часто называют Артемами, Иванами, Микитами и Матвеями. Что до областной статистики народжальности, тут так само отставание. Сёлета народилось на 1000 детей меньше, чем за такий ж летошний период. Наогул бум у родильных домах пришелся на 1991 год. Тады на свет на Могилевшине з'явилися амаль 16 тысяч малых. Потом народжальность стала снижаться, и стабилизовать ее смогли только у 2015-16 годах. Теперь, кажут медики, народжают не меньше, просто меньше тех, кто уступил у детородный узрост. У суботу 30 вересня жыхары в області змогуць традыцыйна звярнуцца з пытаннямі да прадстаўнікоў улады. Прамыя тэлефонныя лініі пройдуць у Магілёве, Бабруйску, а таксама ва ўсіх райвыканкамах Магілёшыны з 9 до 12 гадзін. Наприклад, у Могилевском облвыконкоме в этот раз вы можете задать свои питания по развитию промысловости паливно-энергетичном комплексе и его эффективности. Звернуть увагу улады до питания конкурентной здольности промысловой продукции, а так само до науковой, техничной и инновационной деятельности. Ваше телефонование будет принимать наместник старшини облвыконкома Дмитрий Харитончик. Номер телефона у Могилеве 50 18 69. У той же час у Могилевском гарвыконкоме разобраться с вашими зворотами поможе наместник старшини Александр Потемкин. Телефонуйте 42 2102. А у Бобруйску старшиня городского совета депутатов Михаил Желудов откаже на ваши питания по номеру 76 21 41 у Бобруйску.
Аграры Магілёўскай вобласці ўбралі чвэрць плошу, адведзеных пад кукурузу. Спецыялісты адзначаюць, што ўраджай на сёлета добрая. У сярэднім з аднаго гектара збіраюць 272 цэнтнеры. Рэкордная ўраджайнасць у Круглянскім раёне. У асобных гаспадарках яна складае амаль 360 цэнтнераў. Добрая кукуруза вырасла і ў Магілёўскім раёне. На палеткі адправілася наша здымачная група. У гаспадарцы Цішоўка Магілёўскага района сёлета добры ўраджай кукурузы. У сельгаспрадпрыемстве 750 гектараў гэтай культуры. Уся пойдзе на сілас. Пачаткі па сваёй спеласці ўжо сазревшая, крупная. Поэтому в масе их содержится хорошо, что очень хорошо для заготовки кормов, для кормления и селекционирования кукурузы. У Цішоўцы вырошчваюць два гатункі кукурузы, абодва айчыннай селекцыі. Яны адаптаваны менавіта да нашых умоў надвор'я, кажуць аграры, і даюць неблагі ўраджай. Напрыклад, вось з гэтага поля, дзе расце гатунак палескі, з аднаго гектара збіраюць 320 цэнтнераў сіласнай масы. Там, где идет правильные агротехнические все приемы, внесение минеральных удобрений, своевременная обработка почвы, яды, химикаты, там погода не влияет для получения хорошего урожая. Одночасово с корманарыхтовкой аграры завершают сяўбу азімых. 66% площадь засеяны пшаніцы, житом трыцікале. У лидерах Чавускі, Бялыніцкі, Кіраўскі районы на шклоўшчыне пасяўная амаль завершилася. Алена Салаўёва, Миколай Соболев, новини региона. Кірмаш вакансій зноў пройдзе ў Магілёве. Як паведамілі ў управленні па працы, занятасці і сацыяльнай абароне насельніцтва, яго правядзенне запланавана на 27 верасня. Мерапрыемства пройдзе ў Палацы культуры вобласці з 11 да 13:00. Жыхары абласнога цэнтра змогуць пагутарыць са спецыялістамі, даведацца пра ўмовы працы, заробак і сацыяльныя гарантыі, а таксама навучанне. Таксама вы можаце атрымаць кансультацыю на адкрыццё ўласнай справы і ўмовы атрымання дзяржаўнай падтрымкі. Беларуская дзяржаўная сельгасакадэмія ў Горках адзначыла юбілей свайго батанічнага сада, вядомага пітомніка прыроды рэспубліканскага значэння. Яму споўнілася 170 гадоў. За гэты час невялікага парка ён пераўтварыўся ў сапраўдны велізарны навуковы цэнтр. Тут памножваюць і адаптуюць да нашага клімату рэдкія расліны з усяго свету. У дэндрарыі заўсёды шмат турыстаў. Наталіліся прыгажосцю аднаго са старэйшых садоў у Беларусі і нашы корэспандэнты. Гісторыя батанічнага сада непарыўна звязана з гісторыяй самой сельскагаспадарчай акадэміі. Усё пачалося ў 1836 годзе, калі спецыяльным указам Мікалая I была створана земляробчая школа. Так выглядалі ў той час горкі. Праз 10 год сад налічваў ўжо некалькі сотняў раслін. Прафесары і навукоўцы абменьваліся імі з калегамі Еўропы і ЗША. Расліны прывозілі з экспедыцый, і на пачатку 20-га стагоддзя ўся тэрыторыя акадэміі уяўляла адзін велізарны парк, да яго далучылася і імення графа Салагуба. Были вот эти три аллеи. Эти аллеи были образованы еще при открытии земледельческой школы. Вот мы находимся перед главным корпусом. И, похоже, может, цветник был в то время. Здесь вот перед войной находились два фонтана. К сожалению, до нас не дошли. Затое некалькі векавых дубоў і дагэтуль прыгожваюць акадэмію, для якой батанічны сад стаў сапраўдным гонарам. Дэндрарый – галоўная экспазіцыя сада і батанічны помнік прыроды рэспубліканскага значэння. Яго, як і першыя карпусы акадэміі ў 1840 годзе, спраектаваў архітэктар-будаўнік Анджэла Кампіоні. Тут сабраны амаль 3,5 тысячы раслін, у тым ліку і вельмі рэдкія. Напрыклад, азалія індыйская цвіце ў снежні, аднак нібыта спецыяльна да нашага прыезда распусцілася значна раней. Вось афрыканская расліна з непрыемным пахам сапсаванага мяса аморфафалус. І яшчэ жалезнае дрэва, пальмы, кактусы з усяго свету, розныя лімоны, кава. Алоэ спіральнага ў Беларусі толькі некалькі адзінак. Памнажаць і адаптаваць іх да нашага клімату стала мэтай усяго жыцця для спецыялістаў дэндрарыя. Как научно-исследовательская лаборатория для того, чтобы привозить растения заморские, акклиматизировать их, внедрять в себя в Белоруссии, создавать сорта, отрабатывать технологии. И сейчас эта научно-исследовательская база, она служит как для учебных целей, так и для просветительных. Напрыклад, гінгко білоба – сапраўдная крыніца цудадзейных рэчываў, расліна ледніковага перыяду. У Китаі, дзе іх цэлыя лясы, знайшлі нават білобу, якой 5000 гадоў, горадскай – усяго 91. А з палоніі імператарскі раней рабілі самыя знакамітыя скрыпкі. Парк акадэміі налічвае 120 гектараў такіх рарытэтаў. Важна, што на базе батанічнага сада мы праводзім учэбныя практыкі, азнакамітыльныя, производственныя. Нашы вучоныя пішуць
научные труды. Заходишь, и правда, особая аура. Наслаждаешься вот этим воздухом, этой энергией. Один из самых великих у Европе ботанический сад Академии у Горках является еще и одним, який існує при навучальной установе. У 2009 году он вошел у Совет ботанических садов и сегодня является историко-культурной каштовностью Беларуси. Павел Савицкий, Андрей Ястребов, Василь Фаталиев. Новини региона. Историю Могилёвщини у особах можно увидеть на фотовыставе работ Миколая Желудовича. Метру репортажной фотографии исполнилось 90. Основные годы працовного життя он был фотокором Белорусского телеграфного агентства, отсюль и особливости здымков. Этапы развития в области у фотоимгненнях. У особистых архивах Миколая Желудовича больше за 10 тысяч негативов. Для выставы отобрали 40 работ. Это фоторепортажи с предприемством в области, портреты, ведомые гости Могилёвщини, пейзажи, подеи. Майстру удавалось припинить час. Вось, например, Днепр, еще полноводный. А вось люди, которые захопили автора. Есть кадры, я могу вам сейчас показать. Это участники... матросы знаменитого легендарной «Авроры». И они штурмовали Зимний дворец. Они приезжали сюда ликвидировать ставку Духонина в Могилёв. Верится этому снимку? На открытии выставы шмат студентов, будущие фотокоры, и им есть чему поучиться у метра фоторепортажа. Хоть технологии давно пошли наперед. Раньше вот проявляешь пленку, каждый раз ты ждешь, что с ней получится. Не знаешь, вот достаточно несколько раз меньше прокрутить пленку, и уже другое качество получится. Столько нюансов было, столько при печати, при проявке. А сейчас всего этого нету. Даже неинтересно иногда такие снимать. Хоть изменились технологии и сутность, засталася константой. Коли на здымку есть душа, фотография живе и обовязково сподобается глядачам. И у любой работе так. Необходимо укласти частинку себе, каб выник радовал. Черно-белые фотоздымки, которые заховывают краявиды, подеи людей Могилёвщини еще с советских часов, можно увидеть у фойе кинотеатра «Червоная зорка» у Могилёве. Катерина Городницкая, Александр Тарасов, новини региона. Радиоприемник, наушники и зона Wi-Fi. Усе с соломы. На уезде у Клішева появилась новая скульптурная композиция. Подарунок Клішеву до свята хлеборуба у дожинки 2017 от Радио Могилёв с нагоды своего 20-годового юбилею. На думку автора, скульптура станет популярной фотозоной для мясовых жихаров и не только. Затем, как створался радиоприемник с соломы, назирали наши корреспонденты. Больше за 40 тюков, каждый по 700 килограммов. Их до места узведения соломяной скульптуры подвозила колонна техники. Радиоприемник соломы разместили на уезде у Клішева сбоку Могилёва. Мы, получается, принимаем непосредственное участие в изготовлении этой самой фигуры. Кто-то делает матрешек, а мы делаем радиоприемник. Это будет просто радиоприемник, да? Это будет радиоприемник, также две зоны Wi-Fi и наушники, но это непосредственная составляющая радиостанции «Радио Могилёв». Изначально это был как бы прямоугольник, на котором будут размещены наши баннеры, плюс вот еще две маленькие зоны, вот эти вот условные человечки в наушниках возле зоны Wi-Fi. Тюк за тюком манипулятор складывает параллелепипед, а побач еще два. Працевать радищиком помогают активисты БРСМ. Я со Шклова у себя помогал маме. Мама работает в Дом культуры и помогал создавать композицию. Похожие. Осталось только прикрепить баннеры снизу, чтобы ветром не поотрывало, чтобы все держалось. И? И все. А селфи делать будете? Да, это по-любому нужно сделать. Тем более работали. А где будете селфи размещать? В Инстаграме, ВКонтакте. Визуально нормально? Да. Выше не надо вообще. Все, спасибо. Все, значит, правильно делаю. Створение таких композиций – процесс творческий, суместный. Перед дожинками таких задумок заявилось шмат. У керавництва района, кажуть, Клішеву планует сдивить гостей свята. Для нас, наверное, самая будет такая высокая оценка, если проезжающие останавливаются, фотографируются возле наших объектов. И эти фотографии мы увидим в интернете, в общем, где-то еще, дай бог, и в газетах наших.
Калі вы думаеце, што ствараць такія кампазіцыі лёгка, то вы памыляецеся. Гэта на тэлебачанні ўвесь працэс можна паказаць хутка. На самой справе саламяны радыёпрыёмнік, навушнікі і зону вай-фая стваралі некалькі гадзін. У выніку перад уездам у Клічаў зараз цікавая фотазона. Жыхарам райцэнтра і ўсім, хто прыедзе на свята дажынкі 2017, гэта падарунак ад радыё Магілёў у свой 20-гадовы юбілей. Далі Ільінш, Александр Тарасаў, навіны рэгіёна. Нашы навіны даступныя таксама і на сайце tvrmagilyov.by. А я на гэтым з вамі развітваюся. Добрага вам настрою і да сустрэчы.